Сильная молитва, оберегающая тех, кто в дороге. Дорога – это время приключений, новых впечатлений и возможностей. Однако перед отправлением в путь важно помнить о безопасности и обереге. Вот молитва, которая может стать вашим духовным проводником во время путешествия. Боже, благослови нашу дорогу, которая лежит перед нами. Пусть Твоя рука будет на нас, оберегая от опасностей и несчастных случаев. Силой Своей милости покрой нас Своим щитом и направляй нас к безопасному пункту назначения. Господи, я прошу Тебя, защити нас от невидимых опасностей, от непредвиденных ситуаций и от любых негативных сил, которые могут попытаться навредить нам на дороге. Помоги нам преодолеть все преграды и препятствия, которые могут возникнуть на пути. Укажи нам правильное направление и помоги нам принимать мудрые решения во время путешествия. Возложи свою благодать и мир на всех, кто путешествует с нами. Пусть наша дорога будет освещена светом Твоей любви и миром Твоего благословения. Благослови наших водителей, пешеходов и всех участников дорожного движения. Даруй им терпение, внимательность и уважение друг к другу. Спасибо, Господи, за Твою защиту и мудрость. Мы возлагаем на Тебя свою веру и надежду, зная, что Ты всегда рядом с нами во всех наших путешествиях. Пусть эта молитва будет нашим духовным компаньоном на дороге, оберегающей нас и наполняющим наши сердца силой и миром. Аминь.